Но у него ничего не получится, потому что машина очень быстро едет. Кассажоп! Да-да, Дим, да скажешь. Да я подался специально. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк. Смайл ТВ, Подлючка, Угабуга, Чертила, Кирилл Геймер, Гинтклик. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем здорово. Однако всем здравствуйте. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика. Мы скачали большую карту и будем убегать от скибиди-толлета. Если тебе текушки, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Кто там на синей тачке? Осторожно. Да нормально, он далеко. Проезжай. А, все. А, мы... это ты? А, ну да, у тебя же всегда синяя тачка. А мы что, с тобой одинаковые машины взяли? Нет. А, не, да, у меня диски лучше. Да ё-моё. Че, он еще никого не убил? Да, нет. Отлично, вон он, крячка идет. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, Смайл ТВ умер, я уже увидел. Кстати, это было очень предсказуемо, так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Почему я так подумал? Потому что это новенькие, кто с нами первый раз записывает ролики. И они сразу, как обычно, первые умирают. Да не. Уезжайте. Не, мне ничего не сделает, смотри. Блин! Да блин! Ой. Да блин! Да я подался! Да ё-моё, ну я так запереживал, тут этот вонючий забор, я его не увидел. Дима сказал, ничего не сделает. Да ну, да там забор, я проеду. Да я так хотел, я запереживал. Я сильно начал нервничать. Хорошо, ребят, у нас еще будет очень много раундов, поэтому давайте я тоже поиграю за скибиди туалета, спайдера. Так, ну что, я иду сразу до гусанька, я его сейчас сразу убью. Давай, гони его до моста, а я его замочу. Вон он едет, смотрите, ребят. Все. Вон еще две машины. Сейчас мы всех убьем. Так, гусанечек, ну что, ты готов умереть? А я лечу. Ого, он прыгает. Сейчас будет, ребята, второй раунд, я буду очень классно выживать. Так, вижу белого. Пора его убить. Но я вам скажу, что этот скибиди-туалет очень медленный по сравнению с этими тачками, которые мы ловим. Вот смотрите, ну что ты, на меня прям приехал. Мне даже не пришлось за тобой гоняться. Так, ну что? Давай. Смотрите, сейчас я его взорву. Прощай. Нет, не прощай. Есть. Что, мы всех убили? 3, 2, 1. Раунд номер 2. Начался. Сейчас, пацаны, мы будем очень классно играть. Я уже понял систему, как от него легко убегать. И мы делаем все по красоте. Дим, тут пробка на мосту. Да я вижу, вы там все застряли. О, уже бежит за мной. Но меня не убьет. Смотрите, я просто разгоняюсь, и уже он ничего сделать не может. Вот, нет. Вот эта тактика, о которой я вам говорил. Надо всегда придерживаться высокой скорости. Он что, прыгнул в небо? На мосту пробка, он сейчас... Давай, мочи всех, скибидист. Есть, есть. Мистер Чертила умер. Отлично. Но их уже двое, еще будет сложнее. Все, один в воду улетел, ребята, это очень хорошо. Ух ты! Я думал, это мое колесо улетело. Вон, я вижу толпа, смотрите! Туалета. Так. Тихо. Ты ж не врезайся, мы ж как бы в одной команде. Всегда держите большую скорость, пацаны. Это спасет нам жизни. Будем лучшие игроки. Ого! Нифига себе твоя тачка! Красиво пролетело. Думаю, колеса поотваливаются у тебя. Вот он! Газуйте. Вот, смотрите. Есть. Я увернулся. Хотя реально было на соплях. Когда скибиди-туалет рядом подходит, как-то начинает переживать, и машина начинает как дурочка шлифовать. Почему так, я не знаю. Так, отлично. Переезжаем мост. Давайте на мосту постоим. Не убивай меня, нет. Мочи, гусанька, мочи. Да меня, блин, этот... О, я вижу скибидиста. Все, я сейчас его убью, тот, кто меня... Смотрите, не попал, а это было очень классно. Я оторвался от скибиди-туалета. Ребята, это был очень опасный момент. Вот он летит. Но у него ничего не получится, потому что машина очень быстро едет. Кассажоп! Да-да, Дим, да скажешь. Да я подался специально. Но я не подавал. Ай, блин, да. Так, хорошо. Берем скибиди туалета. Хотя он реально не очень быстрый. Погнали. Так, прыгать не буду на этой карте. Как-то глупо тут прыжок реализован. А, вижу, вон летит пщелик. Давайте на мосту его встретим. Он сейчас все равно будет на мост заезжать.
Интересно, тут есть какая-то часть карты, где скибиди туалет пролезть не может? Ой, блин, белого прозевал. Так, вижу его на желтой тачке. Подходим. Паутины стреляли. Да было вообще классно. А у него, да, никаких умений нету. Смотрите, сейчас взорвут его. 3, 2. Все по таймингу. По красоте, Кирилл Геймер, ты слился четко. Так, вот я вижу, последний остался выживший. Он круги наматывает. Ну, он хорошо играет. Лучший игрок. Это значит, продержится минуту, держи. Он будет победителем единственного раунда. Хорош. А, все, не смог? Третий раунд начался. Погнали. Так, пока месть у нас еще ни в одном раунде нет победителей. Никто еще не продержался минуты. Так, я сразу увидел, что у нас играют профессионалы. Ни себе, ни людям, да? Ай, он сзади, быстрей, 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 быстрей. Хорошо, что я подвесочку приподнял себе. Ой. Торчащие штуки какие-то, бордюры. Как вы думаете, сколько скибиди туалет вообще бегает километров? Ну, где-то, может, 35 в час. Так, я вижу, он продвигается. Он еще никого не убил? А, нет, уже у нас один есть, трупейшн. Так, ну что, вы там на мосту разменетесь или нет? Так, уже двое, пацаны, уже двое. Блин, я такую тачку старенькую взял, но она классная. Он идет! Газуйте! Разворачиваемся, разворачиваемся. Будем вдоль забора лететь, он меня не поймает так. Смотрите, никак, никак. 80, 90, 100, 100 километров машина летит. Представляете эту скорость? У меня тоже летит 100. Есть, есть. А я буду тут стоять, тут забор. Он никак не может пройти, ребята, тут забор. Что ты мне сделаешь? А, ну ты пока приземлишься, я уже уеду на другую часть карты. Сейчас мы его обманем. Есть, я его обманул. Блин, ребята, мне все больше и больше нравится эта рубрика и эта серия. Потому что я уже немножко прилобался. А он пока дойдет, и уже год кончится. А мы сейчас вот тут объедем. Косой! Отлично! Отлично, ребята, я так могу с сутками ездить, и он меня не убьет. Ты лучше пошел бы, уже других ловил бы. Но именно тебя хочет. Не. У него паук конченый, еле ползает. Ребята, я уже третий раз, видите, как красиво обманываю? Я буду здесь ездить постоянно. Пусть догоняет, пусть пробует меня убить. Так, он стоит, подумал, что же делать, других ловить или меня? А, они сговорились. Сейчас мы его обманим еще раз, смотрите. Передний привод делает чудеса, ребята. Кто-то подзавис, а я нормально еду со всей силы. Мы же если падаем в воду, берем скибидиста, да? Да, все, ты слился. Сори. Смотрите, как я его еще раз обманываю. Да, можешь там воздух только свой, вибрации делать воздуха. Я не дамся тебе никогда живым. Вот передний привод, красота вообще. Косой! Не попал! Блин! Есть! Есть! Если я сейчас продержусь долго, я буду победителем. А я еще жив. Тоже. Давай, газуй, газуй, машина, газуй! Блин, я врезался в него! Блин, классно, если можно было бы скибиди туалетов сбивать. Вот это было бы вообще эпик. Не, их вроде можно. Поезд приезжаем. Ну, нас можно, но жизни у них не тратится. Так, мы вдоль до забора будем. Ладно, я обманул, вдоль забора ехать я не буду. Косой, косой! А ты бы уже других поубивал, но пока за мной гоняешься, реально. Сколько пацанов? Ну не поймаешь ты меня. Никогда в жизни. Смотрите, и еще раз. Передний привод делает чудеса, ну просто эпик. Главное что, не сбавлять скорость. Вот вдоль забора еду. Обманул. Никогда ты не сможешь меня убить. Ладно, я выезжаю с этой территории. Ой, я вижу, их уже двое. Пора сваливать. Да, блин, почти. Стой. Еще трое осталось. А! Нет! 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 Да, блин! Я так старался хорошо выживать. Блин, классная была вот эта вот погоня. Я прям поймал вот это, знаете, фурор. Когда вроде я выиграю, ну чего-то не хватило меня.
И мне кажется, даже можно не брать скибиди туалета, они и так поймают их. А кто еще жив? А вон еще тачка катается. Я вижу, я вижу. Давайте понаблюдаем, как они его убьют. Смотрите, вот. Прощай, щенок. Вы его в воду просто скинули. Да он в воду упал. Молодцы. 3, 2, 1. Очередной раунд начался. Я уже не знаю, четвертый, наверное, тоже по счету. Да, четвертый. Так, а я не вижу скибиди туалета. Где он? Там, где домиков много. А-а-а, я понял, пацаны ищут. Они там зря вы там позашкеривались, пацаны. Надо валить, надо валить! Блин, плохо, что один всего заезд. Зря ты взял заднеприводную машину, она тебя не спасет. Она только дрифтить будет. Да, надо переднеприводную брать тачку. Нет, ты меня не убьешь. Щенок! Есть! Я вырвался с цепких лап. Ну не перегораждай путь, пожалуйста. Все, отлично. А это ты был, Гусанек? Да. Я буду теперь опять здесь, туда-сюда ездить. Это как взлетно-посадочная полоса, очень похожа на нее. А чем я машину колбасит? Как кусок говна. А, это такие штуки, они торчат прям. Он чуть странно сделано. Так, я вижу, один слился. Все, я буду спокойно здесь стоять себе и отдыхать. Прогреем движок. Передний привод, конечно, она даже не тянет. Еле-еле-еле тянет. Так, вижу, скибиди туалет бежит. Сейчас умрет. Ну, давай, мочи уже. Их двое, вижу. Мы пока выйдем, постоим здесь, возле тачки. Все равно никого нету. Классно, да, мне, ребята, машина? Кусок говна просто. Так, никто там не летит? Нет, все отлично. Здесь самое легко убегать, ребята. Я вот просто выхватил эту систему. Сейчас давайте, кто останется последним в этом раунде, тот будет победителем. Вижу, уже идут к нам сюда. Гусенек, это ты, да? Я, да. Я сейчас сольюсь, смотри. А чё? Вот так. Нет! Машина, нет! Есть, я вырвался! Блин, как же мне повезло! Вы мне колеса пробили, подлецы вы такие. Блин, ну у меня колеса пробили, я не могу быть победителем этой серии. Я ж поддаюсь специально, чтобы другие выиграли. Я тоже. Тоже слился? Не, я еще не слился, но я думаю, я уже сдох. Не, давай, Гусенек, я в тебя верю, ты должен победить в этой серии. Не, лучше верь кого-нибудь другого. Чего? Я не верю, что я выживу, потому что... Да, ты увидишь, поэтому ты и не выживешь. Надо верить. А подожди, а чё я тебя не вижу? Где ты? Я на баге. Чё тебя не вижу? Он зашкерился, пацаны. Я не зашкерился. Нет? Тихо. Как вы думаете, когда добавят уже пилпаки с скибиди туалета? Мне кажется, это было эпично. Ну скоро. Вот и желтый попался. Ну что, щенок, прощай. Просто единственный четкий удар. Там колесо твое потерялось, иди забирай. Запаска. Да, ну ладно. Хотя это он стрёмный, это жесть просто. А чё вы не убили его? Так, зря вы прыгаете, лучше по мосту пройти, потому что в воздухе прыжок нельзя контролировать. Так, я хочу принципиально убить... А кого вот на белой машине? Прощай, щенок. А его сейчас сами убьют. Ну что, у нас Гусанёк выиграл? Ну, я не знаю, я выживу, кто-то еще живет? Пацаны, стойте, не убивайте, еще кто-то есть живой? Нет, все умерли. Отлично. Гусанёк, ну что, ты победитель. Если продержишься... полминуты продержишься, все. Время пошло. Ой, красиво он прыгнул, красиво. Короче, окружайте мосты. Давай. Вы их так окружаете. Да, окружаетесь, да, вы сейчас, а я проиграю. Ну, уже, в принципе, полминуты прошло. Практически. Давай, Гусанёк, мы в тебя верим. Ты сможешь. А чё здесь мост не закрыт? Не знаю. Блин, ну ты классно играешь, смотрите, мы тупо его не можем поймать. Красавчик. Давай, все за ним. А вот сейчас он проиграет. 3, 2, 1, 0. Все равно помню, я помню. Да, Гусанёк, ты победитель, ты красавчик. Просто молодец наполовину. А ты говорил, что не выиграешь. Выиграл? Да, короче, надо не верить в себя и точно выиграешь. Не, наоборот, мне кажется, надо верить в себя. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой. А чё не просрали? Просрали.
Они... Бомбы, ну взрывайтесь, вы портите концовку ролика. Во-ой-ой. Я под водой встретил взрыв. Красиво. И еще.